Водитель электросамоката сбил человека на пешеходном переходе. Авария произошла на перекрестке улиц 9 мая и Водопьянова. На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что на самокате едут сразу два человека. Они на скорости переезжают дорогу, в то время как навстречу идет пешеход. Предположительно, это женщина. Она от удара падает и какое-то время не может подняться. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что пока по этому происшествию им заявление не поступало.